Ну что же, а мы переходим к следующему лоту. Обратите внимание на вот такой вот замечательный компактный набор инструментов Comfort Max по цене 890 рублей. Как часто у нас бывало такое, что нам нужно что-то подкрутить, завинтить, у нас просто нет элементарной, например, отвертки. И сегодня мы вам представляем набор инструментов, с помощью которого вы можете сделать абсолютно любой мелкий, не только мелкий ремонт. Снижена цена у нас сегодня, посмотрите, до 890 рублей. Да, это действительно у нас. Почему у нас такие низкие цены, наверное, сейчас спросят наши телезрители. Честно говоря, я не встречала, хотела себе не раз купить набор инструментов для дома, для того, чтобы, знаешь, бывает нужно подвинтить, завинтить, закрутить. О, да. Но стоят от 2500 вот такие вот чемоданчики. Есть мужчина, нет мужчины, это, знаете, не важно. Одна вы живете, с кем-то живете. Бывают такие моменты, когда действительно нужно привести нехитрую какую-то там работу. Игрушку детскую ребенку собрать, в конце концов. Да. Ну, вот для всего вот этого есть как раз-таки необходимые элементы. Даже если есть мужчина, вот для мужчин, это тоже вот такой базовый набор ваших инструментов. И что же у нас входит в этот набор? У нас входит молоток, причем молоток у нас не простой, он у нас, естественно, есть также с гвоздодером. Но он у нас абсолютно металлический, плюс еще ко всему тому же у нас есть и такая вот эргономичная ручка, которая, даже если рука потеет, он очень эргономично лежит в руке. Ну и молоток работает как вполне себе молоток. У нас тут, пожалуйста, стол стеклянный, но в любом случае сильно колотить не буду. Вот, пожалуйста, взяли, забили, вытащили. Все достаточно просто. Что же мы имеем еще? Есть у нас еще плоскогубцы. Плоскогубцы достаточно простые, поэтому если какая-то непонятная гаечка, кстати, он еще и как разводной ключ такой работает, потому что у него есть два положения. Если хотите побольше гайки, хотите поменьше гайки, за любую трубу можно схватиться, за какой-нибудь элемент, который нужно где-то поддержать. Поэтому плоскогубцы — это номер два. Номер три и номер четыре — это две отвертки, абсолютно классические. Одна отвертка штыковая, другая, соответственно, прямая отвертка и крестовая отвертка. Все, что необходимо. Базовые такие вот у нас с вами здесь сечения для того, чтобы справиться с любыми нюансами. Если мы проводим с вами электротехнические работы, может быть, провод какой-то нужно обрезать или вообще что-то обрезать. Вот канцелярский нож в быту, он просто необходим. Задвигается, раздвигается. У него есть еще и такая вот клавиша, которая позволяет его предохранять от случайного, собственно, вырезания, чтобы не порезаться. Ну, и если что-то затупить, всегда можно обрезать. И плюс еще небольшой элемент, это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, хотя здесь даже не 6, вот такой вот резервуар мы с вами вынимаем. Смотрите, здесь огромное количество. Здесь сколько у нас с вами шурупы, мелкие гвозди и даже немного есть дюбелей. Поэтому в данном случае мы с вами можем в какой-то момент острой такой необходимости все это дело использовать. Но и это еще не все. Есть вот такой вот прекрасный, легчайший, но очень удобный резервуар, вот где можно все хранить. Вы всегда знаете, где у вас находится ваш инструмент. Это очень важно. Да, конечно, это очень удобно, потому что мои инструменты дома лежат по каким-то пакетикам, и я потом, когда нужно что-то завинтить, закрутить, ну просто элементарно даже ребенку в детскую игрушку вставить в батарейку, нужна иногда отвертка, я начинаю искать ее полдня по дому. Здесь, посмотрите, 95 предметов у нас находится в нашем резервуаре для инструментов. Давайте обратим еще раз внимание на цену. 95 предметов по цене 890 рублей. Это сниженная цена. Сниженная цена от нашего производителя. Обратите внимание, 890 рублей. Вы встречали когда-нибудь такие цены на набор инструментов? Вот я сейчас выхожу по магазинам, и я вижу, продаются вот эти вот чемоданчики. 2500, 3500. На 23 февраля папа попросил набор инструментов. Мы приобрели с мамой в складчину. Складывались папе на подарок 5500 рублей. Инструментов там было, вот у нас 95 здесь предметов, а там-то было гораздо меньше предметов, да. Ну и потом, знаете, это такой базовый набор, даже если у вас растет, например, молодой хозяин в доме, если ребенку уже там больше 12 лет, я думаю, по технике безопасности это как раз-таки правильно. Вот чтобы человек знал, потому что у меня там отец, брат, но у меня, несмотря на количество мужчин в моем доме, есть мой собственный набор инструментов. Он мой. Вот здесь я хозяин. Юра, несмотря на количество мужчин в моем доме, у меня тоже должен быть собственный набор инструментов. Я знаю, что я считаю, что у каждого члена семьи должен быть собственный набор вот таких вот инструментов. А потом, знаешь, какая ситуация? Вот, например, приезжаешь кому-нибудь в гости, особенно сейчас вот летом, мы ездим по дачам. Вот иметь у себя в багажнике, в автомобиле такой инструмент, это прекрасно. Я вот приезжаю, например, к тестю на дачу, я говорю: здрасте, а где у вас молоток? А где у вас отвертка? Подожди, все есть. Вот мой молоток, вот моя отвертка, вот мои руки, вот любую работу я могу выполнить. Кстати, то, что касается, например, приезда на дачу, посмотрите, как легко и просто мы можем транспортировать наш набор инструментов. Мы можем легко его положить с собой в машину, положить с собой в
сумку в чемодан и взять с собой, например, в поездку на дачу. Если вы собираетесь, например, в поход, возьмите с собой вот такой вот набор инструментов. И в каждой машине, я считаю, такой инструмент должен находиться. Продано тем временем у нас 23 набора инструментов. Обратите внимание еще раз на цену. Это сниженная цена от нашего производителя. 890 рублей цена. 700 рублей выгода. Кстати, дорогие друзья, за это время к нам присоединилось в этом году более 60 тысяч телезрителей, поэтому становитесь и вы членами нашей дружной семьи. Кстати, заказ сделать очень просто. Звонок у нас абсолютно бесплатный из любого уголка России. Если вы сейчас нас смотрите, значит, в ваш город существует доставка. Кооперируемся вместе с друзьями, с близкими, с подружками. Приобретайте несколько наборов, пополняйте корзину из разных рубрик и платите за доставку один раз. Если вы сформируете заказ в течение 12 часов из абсолютно всех рубрик, вот у нас до этого была рубрика украшения, далее у нас рубрика одежда, вы можете собирать в одну корзину, платите всего один раз за доставку. С мужьями, с детьми, с родителями, с подружками делите эту доставку. Конечно, на всех. Да. Вот я вам такой вот очень интересный подсказ, как вы с соседями, да, и, собственно говоря, получается там сущие копейки, ну и сам набор инструментов у нас тоже сущие копейки. Давайте перечислим все же, что входит Итак, сюда в набор. Еще раз, что входит? Молоток с гвоздодером, да. две отвертки, прямая крестовая, да. Плоскогубцы, канцелярский Супер. Нож, плюс еще небольшая вот такая коробочка, где есть специальные шурупы, гвозди небольшие и дюбеля. Все, что необходимо для городской жизни, так еще и за городом, потому что там черенок отвалился, здесь просто нужно какой-то гвоздь забить или какой-нибудь шурупчик вернуть. Поэтому вот все необходимые инструменты, абсолютно вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, для вот таких вот бытовых нужд. Абсолютно точно. Конечно же, в первую очередь мы думаем о мужчинах. Для мужчин это потрясающий подарок. Если вы хотите подарить своему любимому, сделайте вот такой вот замечательный подарок. Ну и для женщин. Это лучше, женщины, чем носки. Да, это абсолютно либо бритва, либо пена для бритья. Одеколон не нужен. Да. Дорогие друзья, девочки, ну и, конечно, про себя тоже не забудьте, потому что в быту должна быть такая вещь абсолютно в каждом доме. Продано тем временем у нас 40 вот таких вот наборов. Это сниженная цена от производителя. 890 рублей. 90 предметов сюда входит. Абсолютно бесплатный у нас звонок, что тоже очень-очень важно. А номер лота 16-909. Запишите или запомните. Ну и, конечно же, спешите сделать заказ и готовьтесь к летнему дачному сезону. Вот вам набор вот таких вот прекрасных инструментов. Ну и, опять-таки, дешевле, чем покупать сегодня. Только даром. Дешевле только даром. У нас снижена цена от производителя. 890 рублей цена. 16 909. Но самое главное, 95 предметов у нас входит в набор.